Какие направления обучения есть в первом предпринимательском университете Узбекистана Team University? Предпринимательство и международный бизнес. Здесь проходят основы ведения международного бизнеса, модели франшизы, экспорта, импорта и так далее. По окончанию этого факультета студенты могут работать менеджером по экспорту, менеджером по развитию бизнеса, менеджером по цепочке поставок, менеджером по внешней торговле и так далее. Предпринимательство и цифровые инновации. Здесь в основном изучают, как строить бизнес на IT, создание цифрового продукта и его аналитика. По окончанию данного направления студенты могут работать специалистом по инновациям, экспертом цифровой коммерции, менеджером IT-услуг и так далее. Предпринимательство и маркетинг. Направление для креативных студентов, где глубже изучают исследование рынка и выстраивание правильных маркетинговых кампаний. По данному направлению можно стать менеджером по маркетингу, бренд-менеджером, менеджером по продажам и так далее. Как вы могли уже заметить, на основе каждого факультета стоит слово «предпринимательство». Это означает, что в каждом факультете закладывается предпринимательское мышление. Также каждый из этих факультетов прошел валидацию от нашего британского партнера London South Bank University. Еще и к этому в скором времени в нашем университете запускается новый факультет гостеприимства и туризм. Напоминаем, что прием документов уже открыт. Будем ждать вас в нашем университете.